забрал очередную посылку из Китая, которая шла в течение недели, очень быстрая доставка. Я бы даже сказал 6 дней. Вот. Это очередная карта памяти. Распакуем. Приходят в таком специальном пакете антистрессовом. И что-то ножик для распаковки начинает рвать, хотя в принципе сделано нормально. Здесь у нас ничего нет больше. Подложка, еще одна подложка. Здесь у нас SanDisk. Здесь SanDisk, сама карта. Написано, что подходит для 4К, U3, Full HD видео, 4К 3. Все правильно. 256 гигабайт до 100 скорость чтения и скорость записи до 40 для камер. Есть голограмма с защитным кодом. Вот здесь можно сосканировать RQ-код. Нам нарисовали здесь обрезать. Сейчас мы прорежем соответственно. Это отложим. Продавец качественно запаковал, быстро выслал, и очень быстрая доставка у нас была. Все тесты будут далее. Ну а пока извлекаем карту. Вот она у нас здесь в стике. Стик запечатан. Так она выглядит с двух сторон с адаптером. Все, тесты будут уже стандартные в родном, в белом самсунговском адаптере и в адаптере USB 2.0. Кому было интересно данное видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал, потому что впереди нас ждет еще тест этой карты памяти на скорость чтения и записи. И также на самый главный тест, подходит ли она для записи 4К видео на DJI Osmo Pocket.